Кира. Ку-ку! Здравствуйте! Я ваша тетя, Даша. А где твоя подружка Маша? Здравствуйте, Изольда Викторовна. А при чем здесь моя подружка? Она дома у себя. А при том, что твоя мама и мама Маши попросила меня с вами посидеть. Да не нужно с нами сидеть, мы же не маленькие. Ну да, как же не маленькие, еще как маленькие. А ты чего там слушаешь-то в наушниках? Ну, я музыку слушаю. Слушала, потому что теперь ты слушать не будешь. Это очень вредно для слухового аппарата. Давай снимай наушники. Изольда Викторовна, что-то я не поняла. У вас что, работы нет, что ли? Вы же как бы врач. Да, Шуня, ты давай от темы не увиливай. Снимай быстро наушники, а то мне потом лечить тебя опять придется. Эх, ну ладно. Убрала. А теперь-то я могу пойти погулять на улице? А теперь тебе нужно выполнить свое домашнее задание. Мама сказала, что тебе нужно Пушкина прочитать. Какого Пушкина? Стандартного. Иди читай давай. Я потом проверю. С каких это пор врачи подрабатывают няньками? А вот с тех самых пор, как нам зарплату урезали. Хочешь жить, умей вертеться называется. Вот и хожу по подработкам. Так и хотели бы, уколы за деньги делали. Зачем в няньки-то записываться? Уколы тоже делаю. Но в основном пенсионерам они нужны. А с пенсионеров много денег не возьмешь. Вот и приходится еще и нянькой подрабатывать. Здесь так уж получше можно урвать. Ой, блин. Ну что ты, Даша? Садись давай, зубы мне она заговаривает. Иди книжку читай, проверять буду, говорю же. Уже сижу, уже читаю. Только потом, Изольда Викторовна, я пойду погулять. А потом, Дарья Батьковна, я буду тебя проверять по тому тексту, о чем ты сейчас читаешь. Так что давай, внимательно, не тяп-ляп. Вот же крымза. Чего-чего? Ничего, Изольда Викторовна. Говорю, буду гранит науки грызть. Вот это правильно. Пойду пока на диванчике посижу. Ой, полежу. Ну, может, и посижу. Привет, Даша. И кто это к нам пожаловал? Ну, наконец-то, Маша. Не нужно будет и ходить, и искать тебя. Проходи. Подружка, ты, конечно, зря пожаловала. Вон, Изольда Викторовна, видишь, дома у меня. Она теперь наша няня. Твоя и моя мама сговорились и вот нам няньку подкинули. Ну прям как чувствовала. Еще с утра не с той ноги встала. Так, подружки-индюшки. Какой расклад у нас будет? Надо бы вам по витаминчику проставить. Это по какому витаминчику? Витамин С. Очень хорошо иммунитет повышает. Изольда Викторовна, что нам там прочитать-то нужно? А? Сразу про учебу-то вспомнили? А ну-ка быстро садитесь, Пушкина читайте. Какого Пушкина? Какого? Элементарного Пушкина. Маша, лучше поосторожней. Лишние вопросы не задавай. Пойдем прочтем, о чем там Пушкин-то пишет. Никогда бы не подумала, что возможно в такое вляпаться. Даша, а ну-ка быстренько прекратите разговоры, а то сейчас живо шприц достану. Молчим. А все-таки можно после того, как мы прочтем Пушкина, пойдем погуляем? Зря, очень даже зря ты спросила. Не знаю, посмотрим на ваше поведение. Изольда Викторовна, вы слишком много работаете, устали уже. Так бы мы пошли на улицу, поиграли бы... Мячик погоняли, а вы бы тихонечко поспали, отдохнули, сил набрались. Боже мой, а вы не такие уж глупые девочки. Точно, мне бы не помешало выспаться. Так, девочки, живо читайте Пушкина, вкратце пересказывайте и топайте на улицу погулять. Доктору нужно поспать. Молодец, Даша! Изольда Викторовна! А я знаю это произведение, сказка о рыбаке и золотой рыбке. Можно я вам перескажу? Хочешь играть, умей вертеться. Ничего не надо пересказывать, верю на слово. Спать хочется.
Ну все, ребятки, идите поиграйте во дворе. Через полчасика придете, потом перескажете, потом. Ура! Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.